Сигтурсона. Таким образом, команда страны, чье население в два раза меньше Иркутска, выигрывает у родоначальников футбола и выходит в четвертьфинал Евро. Стали полностью известны пары четвертьфиналистов. Польша сыграет с Португалией, Уэльс встретится с Бельгией. Квартиры в жилом комплексе «Символ» от компании «Новый город» вы обязательно найдете то, что подходит именно вам. Телефон отдела продаж в Иркутске. Смотри, перевернулся. Книга говорит, недобрая, братья, вдавшись в печаль из немощи. Печаль моль в одежде, червь в плоде, печаль...